нанесение жидкого стекла Uber Paint на отполированную жидкую пленку. Поверхность за неделю выровнялась. Видно то, что она как бы растеклась, расплылась, и практически незаметен переход между покрашенной поверхностью и родным покрытием. Все, поверхность отполировали, нанесли жидкое стекло Uber Paint. Сейчас везем ее на мойку, смотреть, как она выдержит перхер. Машина выехала после мойки, после керхера и шампуня, вытерли. Задиров нигде не наблюдается. То есть поверхность выдержала мойку под давлением. Сейчас попробуем снять.
получается, в принципе, без особых усилий. Цельным куском. Здесь всего 3 слоя было нанесено, сможете видеть, насколько поверхность прочная. Реально отличная защита просто.